Уважаемые мои пациенты, которые с источник здоровья все же выбрали у нас местом лечения с проживанием в гостиничном фонде санатория 5-й этаж. Это у вас вид с балкончика вашего. Так, вот это у вас, вот у вас душ, китайский вариант, льется на пол. Ну, это китайский вариант вот такой, да. Вот у вас, пожалуйста, санузел ваш. Дальше пойдемте к кровати. Теперь гордость номера. Посмотрите, какие огромные. Огромные, просто огромные и высокие кровати. Вообще, матрас ортопедический, поэтому я вам хочу сказать, что это действительно очень правильная тема для лечебного курса. Представляете, вот после процедуры прийти на такую кроватку, отдохнуть пару часов. Вот, платяной шкаф, телевизор. Ну, то есть, все необходимое есть. Самое главное, что мне нравится опция. И пусть это будет даже маркетинговая идея санатория, но она мне нравится. Если вы лечитесь более, ну, как бы от $1000, ну, на данный момент, да, будем думать, что это 66 тысяч, да, не думать, я имею в виду, вот на сегодня это 66 тысяч. Ну, что такое за курс отдать 66 тысяч за курс, который вы прилетели сюда на 10 дней или там на 2 недели, да? Это вполне реальные деньги, и тогда вам проживание бесплатно. Но это вообще, вот для меня это очень правильная такая, вот прямо вот здоровая опция санатория. Вы представляете, вот сегодня в Хайнане, это же курорт на Хайнане, но хостел там вообще смешной, там 80 юаней, да, хостел, номер, ну, от там, вот на данный момент, вот сегодня, конечно, осень, уже цены побольше, и это получается где-то уже 200 юаней. Вы здесь приехали вдвоем с мужем, отличились по 65, да, по 66 там, короче, по 70 тысяч закрыли, да. И, пожалуй, так вы так и так закроете на лечение, если вы едете на лечение. И, пожалуйста, проживание здесь, в санатории. Красота. Поэтому вот такой вот номер. Дальше я вам все расскажу и буду писать о бытии.